Как сообщили в Главном управлении МВД по Москве, в поселке Внуково на железнодорожном переезде легковой автомобиль врезался в товарный поезд. В результате столкновения погиб пассажир автомобиля. Водитель доставлен в больницу. По предварительной версии, ВАЗ-2112 выехал на переезд в районе Заводского шоссе на красный сигнал светофора, а машинист поезда не успел затормозить. Причины произошедшего установят правоохранительные органы. График движения поездов не изменился.